Привет! Вы на канале Принцесса Элли. И сегодня у нас такой необычный челлендж. У нас сегодня блинный челлендж. Елена приготовила мне сюрприз, да. Из которого мы будем выпекать блины. Да, блины. Маленький сюрприз. Маленький сюрпризик Елена приготовила. И первый персонаж. Так. Микки Маус! Микки Маус! Елена приготовила... Из Диснея. Да, из диснеевского персонажа Микки Мауса. Я сегодня Анна Кошка. Так, давай начнем его рисовать. Так, давай начнем с ушек, получается. Да. А ну-ка. Так, интересно, получится у меня или не получится, Елена? Получится. Такой у нас Микки Маус. Маленький. А ну-ка. Мощность не сильно у вас там? Да нет, вроде нормально. Ты украшаешь. Да, фон будет делать. Давай. Давай. Сюда, помогай. Делай. Так, и внутри язычка не забудьте сделать. Сейчас. Я дойду до тела полностью. Ага, вот такой прикольный блинчик будет, Микки Маус. Будем кушать блинчик Микки Маус. Ну, пап, сложное задание. А? Сложное задание, пап. Ну так, да нет, особо не сложного. Так, а ну-ка, здесь или ну, вот здесь. Вот здесь еще, да. И там. Все, вот круто все. Получилось. Сейчас пробуем его переворачивать. Раз, два, три. Вот такой у нас Микки Маус получился. Прикольно, не? А ну-ка. Как тебе, Лео? Класс. Прикольный, да? Нет. Ой. Вау! Смотри, Лео. Вот ой, такой Микки хороший. Маус у нас получился. Такой здоровский, да, получился? Так, давайте перейдем. Папа, тебе не больно руки? Нет, не больно. Чуть-чуть горячо только, Элин. Переживаешь. Давай следующий. Так, давай следующий сюрприз. Рисунок, Элин, который ты мне приготовил. Микки Маус хочу, у нас готовый. Хочу, заработать хочу. А ну-ка, у тебя опять Винни-Пух, Элина. Опять диснеевский персонаж. Элина, походу, любит диснеевских персонажей, да, Элин? Так, давай начнем его разукрашивать. Так, с ушек, по-моему, начнем, да, Элин? Да. Сейчас пробуем его, Элин, перевернуть. Да. Такой у нас мини получился. А ну-ка. Раз, два, три. Опа. Ой, какой хорошенький. Такой у нас Винни-Пух получился. Тебе нравится? Да. Такого хотела Винни? Да. Блинный Винни, да? Блинный Винни. Он самый хороший. Ой, я его люблю. Получился. Блинчик Винни-Пух. Я его люблю. Так, и теперь у нас осталось еще один. Ты мне еще сюрприз приготовила? Да. Давай, доставай. Наверное, тоже опять какой-то из диснеевских персонажей. Трам-тили-дам-пам-пам. Ага. Hello Kitty. Это у нас Hello Kitty. Вот такой у нас интересный Hello Kitty. Давай попробуем. Так, а ну-ка. Начнем. Разрисовывать. Котик. Котик. Маленький котик сидел по дороге. А что там у котика есть? Бантик. Бантик. Еще что? Надпись. Давай пробуем его, Элин, перевернуть. А ну-ка, как у нас получится. Раз, два, три. Три. Вот такой Hello Kitty у нас. Вверх ногами. Вверх ногами, как, да, Элин? Как дом, дом вверх дом, да? Да, как у нас видео было, дом вверх дном.
А, ну-ка. И это. Ага, у нас все получилось задом наперед, Элина. У нас все получилось задом наперед. Мы рисовали, перевернули, получилось все наоборот. Так, берем. И вот такой у нас получился Hello Kitty. А ну-ка. Вот здесь как-то получается вот так вот. Вот такой получился у нас Hello Kitty. А ну-ка покажите всех персонажей. А ну-ка, Элин. Мне понравились все персонажи. Ой, какие они красивые, какие они яркие, да? Да, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой самый получился хороший, прикольный, да, из вас. Самый более такой настоящий. Ну, больше всех мне понравился Винни. Винни понравился? Горячо? Аккуратно. Аккуратно, Элин. Так, если вам понравилось, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока-пока. Бай-пока. Так, Элин, ты какой будешь кушать? Этот. Ого! А я хотел себе, по-моему, Микки Маус, Элин, скушать его. Ну, я вот этого. Да?